Всем привет! Переходим сразу к делу. Поехали! Какие важные события произойдут в Республике Беларусь в 2023 году? Покажите 9 картами. Инструмент Таро New Vision. Так называемое зеркальное Таро. Дьявол, королева жезлов, четверка жезлов, шестерка кубков, двойка жезлов, паж кубков, императрица, девятка мечей, отшельник, колоду перевернул, страшный суд. С него, пожалуй, и начнем. Старший аркан – страшный суд. Аркан перемен, глобальных и безвозвратных. В конечном счете меняется само государство. Система ценностей, взгляд на мир и на себя в этом мире. Долгий психологический процесс. Он может занимать любой отрезок времени. Возможно, произойдет очень важное событие, которое даст толчок к осознанию грядущей трансформации. А возможно, в обычный будничный день вдруг, как озарение, придет понимание того, что государство уже не то, что прежнее. По страшному суду могут проходить и стихийные бедствия, катаклизмы. Шокирующее какое-либо событие, которое принесет много слез, но с которого начнется ваш путь индивидуации. Индивидуации. Слово-то какое. Индивидуация. Процесс. Достижение целостности. И таким образом стремление к большей свободе. Готовность или неготовность к изменениям необходимо принять серьезное решение. Завершение одного жизненного этапа и наступление нового. Страшный суд делит все на до и после. Серьезные жизненные моменты в государстве. Разрешение серьезного кризиса. Новая встреча, важная, судьбоносная, может привести к какому-либо союзу, объединению. Должно произойти то, о чем говорили, о чем предупреждали. Предупреждение об опасности, переоценка своих возможностей. Обновление во всех сферах деятельности. Новые методы работы, новые интересные проекты. 2023 для Республики Беларусь – переломный год. Серьезные целенаправленные шаги, а не плыть по течению. Глобальные перемены. Получить то, что заслужили. Пришло время платить за свои ошибки. Расплата. Становление на путь истины. Совет по этому аркану, страшный суд. Отнестись к проблеме очень серьезно. Принять твердое решение. Постановка и решение серьезных и жизненно важных задач. Страшный суд. Аркан очень серьезный. Один из ключевых второго. Точно будут глобальные перемены в Республике Беларусь в 2023. Рядом со страшным судом стоит дьявол. Знакомая картина лично для меня. Дьявольское светопредставление. Будет во властных структурах какая-то неразбериха, беспорядки, кутерьма. Это как в США в текущем году. Для Штатов текущий год явно кризисный. В стране нет единства. Зачитаю вам небольшой отрывок из статьи. В США напуганы возможной новой гражданской войной. Как сообщает РИА Новости, опрос, проведенный в июле, ошеломил. Выяснилось, что половина американцев
ожидают гражданской войны в ближайшие несколько лет. А каждый пятый житель США считает, что политическое насилие оправдано в некоторых обстоятельствах. Кроме того, до 40% американцев заявили, что иметь сильного лидера важнее, чем оставаться демократией. Рост недоверия к политическим институтам в США свидетельствует о том, что страна может находиться на грани нового внутреннего конфликта, говорится в статье британской The Guardian. Ссылку на эту статью найдете в описании к этому видео. Так и для властимущих в Республике Беларусь 2023 год тоже станет кризисным, судьбоносным, очень важным, определяющим. Страшный суд плюс дьявол. Это не очень хорошее сочетание. Глобальные перемены, но через манипуляцию и нечестную игру, через обман, хитрость и даже предательство, через жестокость и насилие, такое тоже возможно. Дьявол, он как бы принуждает, оказывает серьезное давление. Он не берет лаской, он берет грубой силой. Лукашенко будет непросто, но, судя по этим картам, укоренившиеся недостатки, убеждения или странности человека-государства невозможно чем-либо исправить. В таком случае с вас спросят, и очень жестко, назад хода больше не будет. В случае нежелания преобразиться, вас ждет поражение. Вы будете изгоем, как этот отшельник в конце расклада. Батька есть батька, друзья, товарищи. Он председатель в своем колхозе, в своем родном колхозе. Это все знают и вряд ли пойдет на глобальные перемены. А если даже и согласится, то это что-то будет дюже хитроумное, дьявольское что-то. Дьявол плюс королева жезлов плюс четверка жезлов. В управленческой деятельности будет какое-то хитроумное дьявольское окончание определенного какого-либо этапа, успешное завершение совместной работы. Дьявольские какие-то горячие деловые процессы. Горячо все очень будет. Чувство единения и причастности к большому делу. Но дьяволу нельзя верить. С виду, может, все-таки будет, но на самом деле чувство единения и причастности к большому делу. С виду, может, все-таки будет, но на самом деле все будет обстоять в корне иначе. Не так. Кажущееся не является абсолютно таковым, но и не является противоположным. Здесь все очень сложно будет. Хитроумно все закрутит. Никакого слияния с кем-либо, никакого поглощения кем-либо я здесь не вижу. По дьяволу это вообще, в принципе, нереально, невозможно. Ну, разве что рядом с двойкой кубков аннексия. Насильственное присоединение государства всей или части территории другого государства в одностороннем порядке. Здесь ничего такого и близко нет. Но в то же время глобальным переменам однозначно быть. Страшный суд все делит на до и после. Дьявол плюс двойка, жезлов плюс отшельник. Дьявольские планы, стратегия исключительно на свой, пусть и тяжелый, но все же путь одиночки, путь изгоя. Любая двойка второго может говорить о каком-либо конфликте. Здесь, по этим картам, по этому раскладу, Республика Беларусь слишком долго затягивает с окончательным выбором. Долго не может принять окончательное решение, определиться. Нерешительная позиция, незаинтересованность. Боязнь нового из-за страха потерять старое. Традиционный путь. Двойка жезлов четко дала ответы на многие вопросы всем беларусам. Уверен. Боязнь нового из-за страха потерять старое. Нерешительная позиция, традиционный путь. Какие тут могут быть еще вопросы? Смотрите, но в то же время по двойке жезлов проходят и партнерские отношения, но они сугубо деловые. Таковыми и останутся, судя по отшельнику.
Лукашенко явно злоупотребляет своей властью. Эдакий хозяин, король положения. Уверен в себе и в собственных силах. Уже уверен. По двойке жезлов чисто совместные какие-либо деловые проекты, дела, бизнес, рабочие какие-то моменты и так далее и тому подобное. С Россией, конечно, ну а с кем еще? Будут предложения какие-то, новые движения, начинания, известия, события, хлопоты по якобы укреплению родственных отношений. Во как. По якобы укреплению родственных отношений. Хлопотать будут. Но рядом дьявол стоит. Здесь все понятно. Дьявол, он всегда ведет свою игру. Он сам себе на уме. К тому же нечиста руку. Плутоват, склонен к мошенничеству. Нижний ряд карт мне не нравится. Императрица, девятка мечей, отшельник. Стабильность, рост, гармония, процветание. Ничего этого здесь нет, так как рядом стоит девятка мечей. Впереди ничего хорошего нет. Деловое партнерство, похоже, затрещит по швам. Девятка мечей – карта безграничного отчаяния. Угрозы той катастрофы, которая разразится в десятке мечей. Ну или по десятке мечей. Разругается Беларусь с Россией. Похоже. В 2023 году. Крах, разбитые надежды. В коллективе невыносимые отношения. Денег нет и не будет. Сильное доминирование и травля партнеров. Друзья, товарищи, запасайтесь попкорном. В 2023 наверняка снова дадут команду нашим СМИ чернить батьку. Мол, он такой-сякой. Все как обычно, ничего нового. Мы через это проходили много-много раз. Девятка мечей, страх перед будущим, потеря веры и надежды. Неприятные предчувствия, которые оправдываются. Предчувствия и страхи становятся явью. Назревание кризиса и последующий тяжелый путь в полном одиночестве. Негативные какие-то события будут происходить в Республике Беларусь в 2023. И вам, белорусы, придется самостоятельно с ними справляться. Если сделаете ставку на одинокий путь, на путь одиночки, а карты так и показывают, попрощайтесь со стабильностью, безопасностью, с материальным достатком и с домашней гармонией. Тоже придется попрощаться. Ничего этого и близко не будет. Увы, но это так. Судя по этому раскладу, все закончится тем, что Республика Беларусь пойдет своей дорогой в полном одиночестве. На моем канале есть видео «Таро Россия плюс Беларусь на 5 лет. Возрождение СССР или предсказание Симпсонов». Посмотрите его обязательно. Ссылку на него найдете в описании к этому ролику. Помните, белорусы, что я в том видео всем вам сказал? Слушайте внимательно, я повторю. Скорее всего, что-то будет по примеру Европейского Союза. Свободно можно будет перемещаться. Единое пространство как бы. Возможно, что-то с финансами. Экономика единая будет. Но вначале, может, все и хорошо будет, но потом полное разочарование. Это союзное государство. Вначале все хорошо, а потом серьезные разногласия начнутся и серьезные претензии друг к другу. Обиды, конфликты и, скорее всего, полный разрыв отношений в конце. Обязательно посмотрите это видео. Я понимаю, конечно, многим хочется возрождения СССР. Это так, друзья, товарищи. Многим хочется возрождения СССР, но его не будет. Старо работаю честно. Если вас интересует голая правда, а не сладкая ложь, или какие-либо сказки, байки, если вас интересует только голая правда, подписывайтесь активно на мой канал. День за днем, месяц за месяцем, год за годом, и сами очень скоро убедитесь в том, что я был сейчас прав.
Какие могут быть угрозы для Беларуси в 2023 по девятке мечей? Психологическое давление какое-то будет. Профессиональные неудачи. Взыскание. В делах эта карта предрекает провал и поражение. Дискомфорт придет на смену стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Чувство одиночества. Потеря прибыли, доходов, потеря роста и благосостояния. Если коротко, это депрессия. Девятка мечей, если коротко, это депрессия. И она очень долго будет длиться подшипнику. Подшипник это всегда долгий и тяжелый путь. Отчаяние, безрадостность. Несчастные случаи могут быть в 2023 в Беларуси. Пожары. Вернее, даже поджоги. Скорее, не даже. Скорее поджоги. Дьявол рядом стоит с королевой жезлов. Скорее поджоги. Итоговый аркан. 68. 14. Умеренность. Экономия и компромисс. Все понятно. Это уже далеко не первый расклад, который указывает, предсказывает тяжелое экономическое положение в 2023 году. Депрессия и Республику Беларусь тоже стороной не обойдет. Безработица – это депрессия, это более серьезный экономический спад, чем рецессия. Судя по отшельнику, это будет длиться явно не один месяц. Долго. Заначка. Друзья, товарищи, заначка. Я вот сразу вспомнил, когда увидел отшельника. Заначка. Помните мое другое видео? Заначку нужно иметь на черный день. Впереди тяжелый экономический период. Период. Понимаете? Несколько месяцев. И вам заначку, белорусы, тоже нужно иметь. Без нее сложно будет. Никаких боевых действий не вижу на этих картах. Да, здесь и сложно что-то такое разглядеть. Внутренний раздор, конфликт. Скорее всего, как в США сейчас. Проблемы у властимущих будут. И серьезные. И у простых людей тоже. Придется экономить. Друзья, товарищи. Учитесь получать дополнительную информацию с параллельных раскладов, с других раскладов, может быть, даже с тех раскладов, которые вас вроде бы как бы и не интересуют. Но смотрите, экономия идет и на Россию, и на Казахстан, и на Республику Беларусь. Делайте соответствующие выводы. Скоро все закрутится, завертится в мировой экономике. На сегодня, пожалуй, все. Не забывайте поддерживать мой канал. Я работаю для вас всех. Выполняю ваши заявки. И продолжаю их выполнять и принимать новые. Всем удачи и счастливо.